Сергей Притула опубликовал ролик, в котором показано уничтожение вражеского танка. На видео горит российский танк после удара ВСУ и спустя секунды у него взрывается БК, экипаж машины моментально испарился в пыль. Вот что ждет тех, кто придет сюда с мечом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, при возможности поддержите канал финансово, реквизиты в описании.